Запомните, курение вредно для здоровья. Колумб Америку открыл, великий был моряк, но заодно он научил весь мир курить табак. Трубки мира у костра раскуренной с вождем. Привычка вредная пошла в масштабе мировом. Минздрав предупреждает. Курение — это яд. Минздрав предупреждает. Минздрав предупреждает. Можно ли открывать окно во время пожара? Нельзя. Нет. Лариса Ивановна, почему нельзя? Потому что тяга еще больше воздуха, кислорода, и оно больше загорается. Совершенно верно. Аплодисменты, Лариса Павловна. Отлично. Хорошо. Михаил, пожалуйста, 3 дротика. Огнетушитель, ваше ограничение. Бросайте, пожалуйста, Лариса Павловна, не уходите. 18. И что связано с подушками в нашей квартире и с пожарами? Какая может быть аналогия? Как вы считаете? Не курить, чтобы не загорелись перья. Я считаю, что и Михаил, и Лариса Ивановна заслуживают аплодисментов. Правильные ответы на вопросы, досконально, все четко, как настоящие спасатели. Вы в прошлом не были спасателями, нет? Я Шушенкина, значит, всегда. Зона Х. Зона Х, слушайте. Да. Отлично. Курение – это яд. Минздрав предупреждает. Минздрав предупреждает. А колумб? А колумб? А колумб? А колумб? Ни в чем не виноват. Я лично бросил, не курю. Я бодрый, полон сил. Родной Минздрав благодарю, что предупредил. Курильщик, извини меня за грустный каламбур. Куренью с нынешнего дня объявим перекур. Куренье – это яд. Что вам сегодня рассказали, что для себя уяснили? Скажите нам. Я уяснил, что не надо курить в постели. Это главное. Где можно покурить? В общественных местах нельзя. Отведенные специальные места. А дома можно покурить? Ну, не знаю. Я так обычно, когда жила в квартире на балконе, так на улице. А на балконе вот куда бычок бросается? Куда? У меня стоит пепельница. А видели кого-нибудь, кто курит в постели? Конечно, есть. Что вы с ними? Вот как вы им объясняете, что они нельзя? Курить, конечно. Ну, говоришь, вкусно, не кури, да и все. Слушает вас? Ну, есть слушают, которые все равно. Спасибо вам большое. Вот вам тоже календарь от нас. Вот своим знакомым тоже расскажите. Если будет курить в постели, вот прибежит к нему огонь и может произойти пожар. Поэтому не ждите белочку, тушите окурок заранее.